Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит этот YouTube-канал. Меня зовут Евгений Киселев, и вы видите, что в гостях у меня журналист Константин Эгерт, с которым мы договорились, что вот теперь будем, сколько хватит сил и желания, встречаться каждую среду и рассказывать вам разные важные по-прежнему истории из нашего прошлого, далекого и совсем недавнего. И вот мы сегодня посовещались и решили, что стоит вспомнить о событии, которое произошло ровно 100 лет назад. 8 ноября 1923 года произошло событие, о котором вы все наверняка слышали. Оно называется «Пивной путч». Это было в Мюнхене, повторяю, 8 ноября 1923 года. Это было событие, которое, по сути дела, ознаменовало начало восхождения Адольфа Гитлера. После этих событий Адольф Гитлер стал известен всем Германии, а спустя еще какое-то время всему миру. Как ты думаешь, почему это на самом деле вот этот разговор о том, как возник немецкий фашизм, по-прежнему важен? И считаешь ли ты, на эту тему давно уже идут ожесточенные споры, можно ли считать, что режим, который установился в России в результате 20 с лишним лет пребывания у Путина у власти, является вариантом фашистского? Ну, я бы сказал так. Конечно, в Германии мы больше прежде всего говорим, конечно, о нацизме, хотя действительно Гитлер брал в какой-то степени пример с Муссолини. Для него вот эта вся история с коричневыми рубашками, штурмовиками, все это, конечно, во многом было калькой с чернорубашечников Муссолини. То есть надо понять, что вот Гитлер творчески развил муссолинивскую идею корпоративного государства. И я бы сказал, что сегодня Россия, несомненно, имеет массу черт, напоминающих именно нацистскую Германию. Да, нету, можно сказать, что есть, я бы так сказал, заметные тоталитарные элементы. Да, нету ГУЛАГа с миллионами узников. Нету расстрелов, хотя есть убийства. Но есть один важный момент, который, на мой взгляд, как это ни странно, несмотря на то, что все всегда обращают внимание прежде всего на вот эти внешние элементы насилия над личностью, да, то есть лагеря и так далее. Но, несомненно, есть один важный элемент, который в конечном счете может привести к массовому насилию. Это создание системы, в которой есть один лидер, один рейх, один народ, один фюрер. Такой же был лозунг, правильно? Вот сегодня Россия во многом пришла к этому. У нас был кто-то даже из каких-то вот этих лакеев, я забыл, то ли депутат Государственной Думы, то ли это был Володин, начальник Госдумы. Кто-то из них сказал, что у нас вот один президент, один народ, одна страна. Ну, он просто повторил этот человек, этот лозунг, может быть, даже не знает, что он повторяет. Точно так же, как сегодняшние идиоты, леваки скандируют от реки Иордан до Средиземного моря, да, так сказать, и не понимают, о чем идет речь. Что речь идет о уничтожении государства Израиля и проживающих там евреев. Но вот что важно, это то, что в России сформировалась система, в которой существует, да, вождь, который непогрешим, да, существует, ну, уже фактически есть государственная идеология поклонения государству. Государственная идеология государства всегда права, государственная идеология милитаризма и тотального неприятия какого-либо инакомыслия. Более того, вот мне кажется, очень важный такой тоталитарный элемент, это то, что все, кто в той или иной степени с этим государством связан, ну и чем выше, тем сильнее это проявляется, должен не по приказу, а по собственной воле регулярно демонстрировать лояльность. Вот это очень важный элемент тоталитарного сознания, который ведет к созданию тоталитарных структур,
политических, общественных. Это вот это необходимость демонстрации лояльности. Если даже еще 10 лет назад, даже 7 лет назад, это было, ну, скажем так, это были мальчики и девочки по вызову, то сегодня это надо делать самому. Вот знать, когда ты должен встать и сам якобы без подсказки сказать, что ты думаешь о там, бандера-нацистах, о продажном Западе, о НАТО, там, я не знаю, еще о чем еще. И, наконец, что мы видим? Мы видим развитие этой системы. Мы видим развитие системы, потому что, например, доносительство, и мы видим все больше и больше сообщений о доносах, добровольных доносах. Это элемент тоталитарного сознания, проникающего в общество, касающийся уже не только там каких-то высших эшелонов или даже средних, касающийся всех. И мне тут, кстати, вот днями буквально старшие дети показывали и рассказывали про идею Елены Мизулиной, которая пользуется, стала своего рода звездой соцсетей. И она работает с молодежью, объясняя, как правильно и хорошо доносить на врагов. Ты сам называешь врага, а потом доносишь. Вот в этом смысле, вот да, без ГУЛАГа, но тоталитарность в российском обществе присутствует. Ясно, что активно в этом всем участвует, ну, пока еще меньшинство. Я думаю, что массовость не такая, какая была при, там, в нацистской Германии или в сталинском СССР. Но это постепенно нарастает. И я очень боюсь, хотя не об этом сегодня мы будем говорить. Я очень боюсь, что если в ближайшее время Запад предаст Украину и станет давить на правительство в Киеве с тем, чтобы открывали они какие-то там переговоры через посредников про какое-то там перемирие, я не знаю, что-то типа этого, я думаю, что это, помимо того, что сделает, ну, поставит на грани бессмысленности все те жертвы, которые принесли украинские герои, украинский народ, но станет толчком к развитию этой тоталитарной системы внутри России на новом уровне, в эпоху соцсетей, в эпоху там, какой бы то ни было ограниченной, ну, частной собственности. Конечно, это не будет сталинский Советский Союз. Но если Запад допустит эту чудовищную ошибку и предаст фактически Украину, то, что расцветет в России, будет еще более страшным, чем сегодняшняя путинская Россия. И об этом вот надо, мне кажется, обязательно помнить. Поэтому, возвращаясь к пивному путчу, к путчу 23-го года, я хочу сказать, что это важная история, потому что тогда казалось, что Гитлер и его движение потерпели поражение, его посадили в Ландсбергскую тюрьму. А оказалось, что это было не поражение, это было начало захвата власти. И это было начало, дало ему, так сказать, как мы помним, возможность написать мою борьбу, написать вот этот, так сказать, основополагающий труд германского нацизма. И в этом смысле оказалось, что этот путч стал толчком к его восхождению к вершинам власти. И интересно, что вот и ты, и я, мы были в Мюнхене. Да. И остатки нацистского Мюнхена, у меня в этом плане был, еще помню, я приезжал беседовать с покойным ныне эрцгерцогом Отто Габсбург под Мюнхен. И со мной был фотограф, местный мюнхенский парень. И он сказал: слушай, а давай я тебе покажу кое-какие штуки, которые ты никогда просто так не увидишь. Ну, то есть ты увидишь, если ты пойдешь, там, возьмешь специальную экскурсию и так далее, я тебе просто так покажу. И мы обошли целый ряд точек в Мюнхене, ну, известных, конечно, но тогда мне неизвестно. Где он мне показал? Вот смотри, вот здесь они начинали идти, вот здесь их обстреляли. Вот в этом месте, кстати, недалеко от там, где сейчас находится, если я не ошибаюсь, военный музей, там основа осталась вот этого мемориала павшим героям, среди которых были, так сказать, поминались те, кто погиб во время этого путча. Из них сделали своего рода, видишь, как и
как и советский коммунизм, это была такая квазирелигия, со своими мучениками, святыми, ритуалами и там, искаженной формой литургии. И когда я прошелся по вот этим местам, я вдруг понял, что ты стоишь, вот ты трогаешь этот камень вот где-то там рядом стоял, действительно, когда-то Гитлер, там выжигались факелы и так далее, и тому подобное, и все. И, конечно, события 23-го года были неудачны, этот путч, захват власти в Баварии, был, несомненно, ну, одной из важнейших идеологических основ вот этого режима. Я бы сказал, что это сравнимо, но вот я даже не знаю, с чем, Евгений, наверное, с... Это был неудачный путч, все понимают. Потерпели поражение, но героическое. Да, ну хорошо. И у них потом был лозунг. Да. Вы все-таки победили. Да, мы, да. Так вот, мне кажется... Один из главных лозунгов нацистской партии, НСДАП. Вы НСДАП. Все-таки победили. Вот по уровню значимости, вот мне ничего сейчас в голову не приходит с такого, ну, к параллели. Наверное, такой, потому что Вторая Чеченская война объявлена все-таки победой. Но я бы сказал, по важности, это, наверное, сравнимо с тем, что... я бы так сформулировал. Вот это такая же основополагающая вещь, как сегодняшнее заявление, вот эти «Путин покончил с лихими 90-ми, стабилизировал Россию». Это такая же, такой же краеугольный камень. В сегодняшнем, я не знаю, ты не находишь, мне лучше, я просто сходу это думаю, как-то вот мне ничего другого в голову не приходит. Может, с чем-то еще сравнишь, я не знаю. Ну, в каком-то смысле можно попытаться провести параллели, как это, может быть, кому-то не покажется возмутительным или даже кощунственным, с августовским путчем, провалившимся в августе, 19-21 августа 1991 года. Потому что в итоге-то те силы, которые стояли за спиной у путчистов, они восторжествовали. Один из главных их руководителей, ну, я не буду перечислять всех, но некоторые из путчистов и тех, кто их поддерживал, скажем так, оказались депутатами парламента. Некоторые были возведены в ранг чуть ли не национальных героев, как генерал Варенников, да? Да. О почести, которые оказывали главе КГБ Крючкову в конце жизни. Почести, которые оказывали главе КГБ Крючкову. Бинго, некоторые... ты прав. Вот это, вот тут мы с тобой нашли... Да, наверное, они все-таки победили. Они все-таки победили, вот что печально. Мы были в эфире, мы раздавали листовки, как я вот бегал, я знаю, да? Чем ты занимался. Вот. А победили они, да. Проигравшие это мы. Я уже тогда работал в то время совершенно другом, практически новорожденном, за несколько месяцев до этого созданном российском телевидении. Я знаю, да. Первые два дня путча отключили от эфира. Мы занимались тогда тем, что продолжали что-то снимать и записывать выпуски новостей на кассеты, а потом эти кассеты разводить регионы, рассылали на местные студии. Угу. К тому времени уже появились какие-то кабельные маленькие студии, даже некоторые региональные телерадиокомитеты, которые сохраняли лояльность российскому правительству, Ельцину, были готовы вот эти выпуски у себя крутить. Правильно. Ну, знаешь, это была, конечно, такая самодеятельность на коленке, но, тем не менее, нам тогда казалось, что мы победили, а в результате вот сейчас вынуждены констатировать, что все-таки победили они. Кстати, да. Я тоже был в этом самом месте, где стоял раньше зал гигантский, почти на 2000 человек. Вот этот гигантский зал, который назывался «Бюргер Брой Келлер», его же взорвали. В 1939 году там была попытка покушения на Гитлера, которую совершил один из
по-моему, немецких социал-демократов, подпольщиков. Да, он был рабочий простой. Простой рабочий, да? Георг Эльзер, его звали, да, Георг Эльзер. Да. Он заложил мощнейшую бомбу. Там было много убитых и раненых, и зал был настолько разрушен, что его уже не восстановили. Потом там, по-моему, был спортзал, где американские военные занимались спортом, и их столовая. А нацисты, которые использовали этот зал для того, чтобы каждый год 8 ноября отмечать большой сходкой память о вот этом самом своем первом выступлении, они переместились в соседний, очень большой тоже пивной зал, который называется Левенсброй. Левенсброй-келлер, да. Левенсброй-келлер. Это чуть ли не самая большая в Баварии пивная. Вот там я тоже был. Там нацисты собирались уже вот после 1939 года и, по-моему, до 1943. После 1943 уже это было сделать невозможно. Невозможно из-за бомбардировок и безопасности. Бомбардировок, да. И так далее, да. Но впечатляющая картина, конечно, впечатляющая. Знаешь, вот мне кажется интересным, возвращаясь к теме 23-го года, что мы не до конца себе представляем, насколько нестабильной была обстановка в Германии в тот момент. Ну, ее лихорадило просто. Да, и в той же Баварии ведь до этого была советская Республика Баварская, недолго просуществовавшая, совершенно тоже мерзкое большевистское образование, где брали заложников, расстреливали их, ну, в общем, все как полагается. Вот. И когда мы смотрим на происходившее спустя, ну, получается, где-то 4 года, этот вот пивной путч, так называемый нацистский путч, произошел после подавления вот этой Баварской республики, мы понимаем, что в Баварии, где, в общем-то, власти были, ну, по сути дела, была та же самая элита, что была при Германской империи, это была традиционная католическая аристократическая элита бывшего Баварского королевства. И они, хотя совершенно не радовались созданию Веймарской республики, они там, ну, это Бавария находилась в очень долгое время в оппозиции к правительству в Берлине. Тем не менее, они смотрели на ситуацию так. Нам не нужны радикалы ни справа, ни слева. И более того, интересно, что очень многие элементы того, что тогда несли нацисты, воспринималось, это сейчас почему-то, вот, так сказать, Гитлер ассоциируется с правыми, а Сталин с левым. Но интересно, что вот для этих людей, например, там, для там, руководства Баварии, да, например, такой был человек Густав фон Кар, да, который отдал, собственно, приказ о подавлении этого самого мятежа, он был министр-президент, да, Баварии, то есть глава Баварии на тот момент. Он, я думаю, как и его министр внутренних дел фон Киллинг, они же думали, что это, по сути дела, тоже, ну, своего рода левые бузатеры какие-то. Потому что очень многие лозунги были, как сейчас сказали, популистские. И вот это вся подавление всего этого мятежа, это во многом дело людей с приставкой фон перед фамилией. Гитлер, кстати, им этого не забыл. И тот же самый фон Кар, который был уже довольно старый, был за 70, он был убит во время Ночи длинных ножей 30 июня 1934 года. То есть Гитлер отомстил, он не забыл, что было тогда. Но мы себе вообще с трудом представляем, насколько вот сегодня Германия нам представляется такая страна, значит, где все предсказуемо и так далее и тому подобное, хотя, глядя на пропалестинские марши, оказывается, что нет, оказывается, все не так предсказуемо, но это уже другая история. А тогда это была страна, которая после ноября 18 года, когда сверли Кайзера и провозгласили республику, была в состоянии постоянного какого-то бурления.
И... Ну да, там было Раповское восстание. Да. Каповское было восстание. Были восстания рабочих в Гамбурге. Была попытка там создать Красную Республику Советскую. Не только в Баварии. Да, совершенно верно. Баварии это удалось на какое-то время. Да. Вот. Там чего только не было. Я говорю, что лихорадило не по-детски. Да, и я думаю, что интересно, что вот на тот момент, я так понимаю, ну, как бы, что называется, широкие массы требовали того, чтобы вообще вот все было спокойно. Не нужны нам ни те, ни те, поэтому Гитлера довольно легко посадили. У него не было еще массового движения. Но... У него было на самом деле, я сейчас записал себе, просто боюсь ошибиться, на самом деле у него... Всего-навсего было порядка 5000 членов партии в начале 20-х годов. Вот к моменту путча максимум 15 тысяч. Сравните с 10 миллионами, которые насчитывала НСДАП на пике своего, так сказать, 42-м, по-моему, пик численности Национал-социалистической рабочей партии был в 42-43 годах, вот, когда в ее рядах состояло почти 10 миллионов немцев. Германия тогда была чуть меньше, чем сейчас по численности населения. Ты знаешь, да, слушайте. Так вот, я что хотел сказать-то. На самом деле мы начали с Италии, да? Да. Здесь все-таки нужно сказать вот о чем, что в чем состоял замысел Гитлера. Гитлер восхищался Муссолини, это исторический факт. Кстати, кто не смотрел или кто смотрел, но забыл фильм замечательный Михаила Рома «Обыкновенный фашизм», там как раз об этом довольно подробно рассказывается, как Гитлер в начале своей карьеры всячески, во всяком случае, во внешних проявлениях, во внешней атрибутике, подражал Бенито Муссолини. А Муссолини за год до этого, в 1922 году, организовал знаменитый марш на Рим, в результате которой его партия пришла к власти, а Муссолини стал премьер-министром, по сути дела, диктатором Италии на последующие 20 с лишним лет. И Гитлер тогда хотел сделать нечто подобное. То есть он сначала хотел захватить власть в Баварии, а потом двинуться на Берлин. И взять власть уже в Берлине. То есть путч-то был затеян для того, чтобы арестовать членов правительства. Он рассчитывал, что армия и полиция перейдут на его сторону. Это не случилось. У него был козырь, его поддерживал Людендорф, знаменитый германский военачальник, один из руководителей Рейхсвера во время Первой мировой войны, человек, который добился там знаменитой победы над российской армией в Восточной Пруссии в самом начале войны в 14 году, август 14-го, да? Август-сентябрь, так, если быть точным, да? И... Людендорф тогда сыграл большую роль в этом путче, потому что его участие поставило и военных, и полицию поначалу в тупик. Но потом они очухались. Людендорфа они не тронули, героя войны, но, тем не менее, сопротивление оказали. Армия и полиция была на стороне правительства. Ну и Гитлер был арестован, да, действительно. Причем интересно, что Людендорф, он, в общем-то, на тот момент был, если не ошибаюсь, членом Рейхстага, и он, так сказать, ну, скажем так, он был человек довольно осторожный, он избежал действительно каких-то проблем, ну, кроме того, он пользовался, я так понимаю, я не знаю точно сейчас, конечно, какими... пользовались привилегиями депутаты парламента тогда, но думаю, что он был защищен неким элементом депутатской неприкосновенности. Вот. Но важно, что, на мой взгляд, то, что казалось тогда действительно
победой, причем довольно старых таких консервативных сил. Все, кто подавлял гитлеровский путч, они служили верой и правдой, так сказать, Баварскому королевству, потом кайзеру. Это были очень консервативные люди, которые совершенно не были в восторге от Веймарской республики. И они подавили этот путч, и вроде бы они как, ну, по идее, должны быть союзниками Гитлера, да, они не были его союзниками. И мне кажется, интересный такой факт, что Гитлер, хотя сам он был австриец, то есть тоже из католической немецкоязычной страны, он всегда с предубеждением, с опаской относился к и к католикам, которых он очень сильно подавлял, несмотря на конкордат с Римом. Он ненавидел католических активистов, мы знаем, что очень много их погибло, в том числе в лагерях. И он всегда не доверял и не любил аристократию, потому что, если мы посмотрим на руководство Баварии в тот момент, когда подавляли путч, там просто фон на фоне сидит, фоном погоняет. И это тоже сказалось. И, кстати, не зря ненавидел, потому что, если мы вспомним, спустя более чем 20 лет люди, которые организовали заговор июля 44 года, о котором мы будем говорить в следующем году с тобой, это в значительной степени была немецкая аристократия. Да? Это отдельный разговор, когда она помнила, но вот это недоверие, мне кажется, я об этом даже читал, недоверие к людям там, высокого происхождения, номер один, и, ну, заложенное его, естественно, язычеством и антисемитизмом, ненависть к христианству вообще, к католической церкви особенно, это все, конечно, путч, я думаю, ну так сцементировал. Ну да, на самом деле тогда в заговоре против Гитлера участвовало много родовитых немецких, прусских аристократов. Так? Да, но кроме Штауфенберга, который как раз был не прусским человеком, он был католик вдобавок еще. Вот, и тем не менее, да, это отдельные вообще разговоры. Я с кое с кем из людей той эпохи успел поговорить и записать довольно интересные беседы в свое время, включая, включая родственника одного из покушавшихся еще в 43-м году, адъютанта последнего начальника генштаба гитлеровского Бернта фон Лоренхофена. Я с ним был хорошо знаком и записал его воспоминания. Он тоже очень интересно рассказал о том, как они вот к этому всему приходили. Потому что, прямо скажем, в момент прихода к власти Гитлера, спустя 10 лет после путча, мало кто показал себя на высоте, включая большую часть немецкой аристократии, которая поддержала, считая, что вот Гитлер – это там правильный чувак. Вдобавок тогда, ну мы помним уже, все думали, что он будет слабый, что рано или поздно его подвинут, что, может быть, он вообще восстановит монархию и вернет кайзера. Ну, все это оказалось полным, полной ерундой, и кончилось все это катастрофой. Но 23-й год это очень интересная история. Я, кстати, знаешь, хочу перекинуть какой вот мостик к сегодняшнему дню. Я знаю, что многим это покажется слишком, слишком таким, ну, натянутым, притянутым за уши. Но я скажу, исторический урок неудавшегося захвата власти в Баварии Гитлера, а вот этим, казалось бы, меньшинством каких-то, значит, полухулиганов. Это он заключается в том, что на такого рода вещи надо обращать внимание. И надо обращать внимание на то, как все это оформляется, какие лозунги звучат. Вот то, что происходит сегодня в Европе, и то, что предстоит, видимо, 11 ноября в Великобритании, так называемый марш в поддержку Палестины, то, что происходило последний месяц в крупных столицах Запада, да и не очень крупных тоже, почему-то мне постоянно напоминает вот именно о пивном путче. Почему? Потому что, с моей точки зрения, то, что мы видим, это ни про каких, ни про палестинцев, это ни про какой там сектор Газа. Значительная часть участников этих действий, особенно со стороны
там, анархистов, леваков и так далее, не смогут точно вообще показать, где находится Газа-Сити на карте. И вообще представляю себе, что такое Хамас, кто такие хамасовцы. Спроси их, как расшифровывается название Хамас. Да, Харакат аль-Мукавама. Ты видел, кстати, разошелся очень смешной вирусный ролик сатирической израильской программы, где они демонстрируют вот этих самых, издеваются над этими самыми вот американскими леваками с кампусов. Да, совершенно верно. Так вот, видел, да? Я что хочу сказать, что эти демонстрации ни про какую, ни про палестинцев, ни про какую там интифаду или как там, что еще такое. Это демонстрации, это заявка на потенциальное, не завтра, но взятие власти. Взятие власти не обязательно означает штурм дворцов и стрельбу из пушек. Это пока ситуативное объединение, ситуативный союз радикальных левых и активно работающих в Европе исламистов, сразу хочу сказать, не мусульман. Значительная часть жертв радикальных исламских движений – мусульмане на Ближнем Востоке, по крайней мере. Но радикальных исламистов, желающих установить исламское государство от океана до океана, что называется, по всему миру, это заявка на взятие власти. Вандализм в отношении статуи – это символическое насилие, которое должно символизировать будущее насилие настоящее. А намаз напротив мемориалов там, героям двух мировых войн – это не про обращение к Аллаху, конечно же. Это про изменение истории, идеологии того, что хорошо и что такое плохо. Вот эти марши надо помнить каждый раз для тех наших слушателей и зрителей, точнее, по привычке радио говорю слушателей, которые выглянут в окно в Париже, в Штутгарте, в Манчестере, я уверен, такие люди есть. Знайте, вас хотят поработить, вас хотят заставить поклоняться новым богам. Это то же самое, что 23-й год. Учтите это, будьте бдительны, сопротивляйтесь. Вот что важно. Я бы добавил, что вот ты начал об этом говорить, потом мы чуточку ушли в другие материи, но действительно, давайте будем помнить, что Гитлер и его национал-социалистическая рабочая партия была действительно лево-радикальная организация. Они только исповедовали не марксизм, а другие виды радикальных идей и идеологий, в том числе антисемитизм. И, кстати, ты же помнишь прекрасно, что в 20-е, начале 30-х годов в Германии социал-демократы, коммунисты и НСДАП боролись вот на этой площадке, на площадке там левых социалистических идей. Да, и, кстати, надо сказать правду, что очень многие рядовые члены германской компартии и социал-демократической партии Германии, после того, как Гитлер победил и пришел к власти в 1933 году, благополучно перешли в состав от этой самой НСДАП. Не все, но были случаи достаточно такого легкого перехода коммунистов и переодевания их из коммунистов, из социалистов в национал-социалисты. Да. И кстати, поэтому красное знамя, простите меня, кто забыл, гитлеровский флаг был красный флаг, там только был только белый круг с черной свастикой. Я думаю, что мы, конечно же, никогда не учим уроки истории, мы как человечество. Но напоминать, конечно, надо. Я думаю, что вот еще какая интересная, мне кажется, тут интересный какой момент есть. События как Баварской республики, этой советской, так и этот гитлеровский путч,
очень повлияли на очень важную фигуру в совершенно другой сфере, и даже не в немецкой сфере, на будущего папу Пия XII, тогда епископа Пачелли, который был папским нунцием в Баварии, и который видел и Баварскую Советскую Республику с ее взятием заложников, там был очень сильный тоже, естественно, антихристианский, антирелигиозный мотив в их действиях. Я не помню, были ли, по-моему, даже священники были среди заложников. Ну, в общем, это было очень, очень такое явное большевистское действие. И затем видел вот этот путч, который тоже провалился, но Пачелли уехал, по-моему, из Мюнхена то ли в 24-м году, вот где-то когда-то тогда. И на папу вот этот поток революционного насилия очень повлиял. Когда говорят о том, что вот он был таким твердокаменным антикоммунистом, антисоциалистом, это во многом, мне кажется, ну и даже не кажется, об этом пишут источники, было результатом того, что он посмотрел на то, что творят, творили одни и другие, и как бы сделал свои выводы. Поэтому никогда ты нельзя в таких, ну, я что хочу сказать, в исторических событиях, у исторических событий есть свидетели, которые часто потом сами становятся историческими фигурами. Вот мне интересно, что папа Пачелли был одним из таких людей. Папа Пий XII, да, который, да, который был, если меня память не изменяет, он стал папой в год начала Второй мировой войны. Совершенно верно, в марте 1939 года. Это про него был на самом деле знаменитый диалог между Сталиным и Черчиллем. Помните? Да, сколько у папы дивизий? Сколько у папы дивизий? Ну, кстати, тут любопытная штука. Черчилль утверждал в своих мемуарах, что якобы этот разговор был не у него со Сталиным, а у какого-то заезжего высокопоставленного французского дипломата, который был в Москве и который что-то там обсуждал со Сталиным и якобы просил Сталина смягчить политику советских властей по отношению к католикам, дабы помочь Франции, тогдашнему французскому правительству, улучшить отношения с папским престолом. Ну, такая версия, по-моему, придуманная Черчиллем для того, чтобы как бы отвлечь внимание от того эпизода, в котором он, судя по всему, растерялся и ничего сказать не смог. Папе не, Сталину не смог, да. Да, потому что речь-то шла о том, что Черчилль сказал Сталину, что нам нужно учесть позицию Ватикана, поскольку его позиция чрезвычайно важна в при урегулировании польского вопроса. И вот тогда как раз Сталин сказал, а сколько у папы дивизий? Но ты знаешь, что сказал Пий XII, когда до него дошел этот разговор? Нет, кстати, никогда не слышал. Замечательная реакция у него была. Он сказал, передайте сыну моему Иосифу, что с моим воинством он встретится на небесах. Если так, то это офигительно. Нет, тут... Во всяком случае, история это рассказывал в части диалога между Черчиллем и Сталином покойный Валентин Бережков, который был личным переводчиком. Переводчиком Сталина, да. Вот, он оставил мемуары, и кроме того, в интернете можно найти в Ютьюбе старый-престарый фильм Владимира Познера, еще молодого, еще относительно кудрявого. Да. Где и он... относительно, надо добавить, что и тогда казалось относительно приличного. Ну, нет, ну, кстати, там такие пропагандистские пассажи. Вот там, значит, состоит... и уже тогда неприличного, хорошо. Фильм состоит в основном из очень интересного интервью, где Познера очень мало, и длинные монологи Бережкова, который вспоминает, как он ездил с Молотовым в 40-м году в Берлин, как он работал в Берлине во время, накануне и во время начала войны в посольстве, как он потом был на Тегеранской, Ялтинской, Потсдамской конференциях.
рассказывает какие-то эпизоды из встреч и переговоров, которые ему приходилось переводить. Вот. Но там есть еще и вставные такие закадровые монологи Познера, которые выдержаны, ну, скажем так, вполне. Сегодня бы они прозвучали весьма актуально. А, ну, так сказать, человек умеет создавать мнение. То, о чем мы в прошлый раз говорили, что вот якобы затягивали союзники, гады такие, да, второго фронта и бла-бла-бла. Знаешь, важная вещь, которую я хотел бы добавить к тем признакам, очевидным признакам фашистского, или, скажем так, нацистского государства, которые мы наблюдаем, увы, сегодня в России, я бы добавил, что, конечно же, одним из таких принципов, или, скажем, признаков является создание мифов о великом прошлом. Вот такое вот изображение истории страны и народа как череды сплошных побед, триумфов и военных успехов. Вот. Это, безусловно, присутствовало и в Италии, и в гитлеровской Германии. Согласились, да? Да, конечно. И я более того, скажу, у меня есть дом-альбом. Называется просто «Deutschland». Это иллюстрированная книжка 1936 года с видами ну, разных частей Германии на тот момент. В таком выдержанной, съемка выдержана в таком, ну, это в основном исторические какие-то там здания, замки и так далее, плюс немножко пейзажей. И все это сопровождается, ну, могли быть просто подписи, да, там, ну, вот это там, не знаю, Кёнигсбергский замок. Но нет, почти каждая подпись – это обязательно какой-то такой мини-рассказ про то, что здесь, там, я не знаю, какой-то, это может быть реальная фигура, это может быть нереальная мифологическая фигура, германская мифология. Кого-то победил, там, кого-то покорил, что-то там установил. То есть вы смотрите на фотографию, ну, например, прекрасного пейзажа горного, или на замок, или на здание какое-то, и тем не менее вам рассказывают идеологизированную историю. Может быть, даже не абсолютно нереальную, но обязательно рассказывают. И даже там, где есть, например, по-моему, вот дом Бетховена в Бонне, ну, не побегу просто брать эту книгу, смотреть, там тоже пишут, что не просто Бетховен, а выдающийся, никем не превзойденный, уникальный, истинно германский гений. То есть вот это то, что во все нужно вложить идеологию. Это так оно и есть. И сегодня, я думаю, мы это тоже видим в России. Мы видим, как это происходит. Я повторяю, не так же, как это было в нацистской Германии, в сталинском СССР, так как это, видимо, сегодня в Северной Корее, наверное, повторить не удастся. В России, ну, для этого надо ее так плотно изолировать, как, наверное, уже не получится. И как они даже боятся, они, путинцы, ее изолировать. Но этот яд есть. И если даже завтра, мы об этом не раз говорили с тобой, в разных наших беседах, если завтра Путин уйдет, это, конечно, может изменить что-то, это может быть... прекратят войну в Украине, может быть, даже уйдут оттуда. Но внутри России вот эти токсины будут выводиться очень долго. Ой, ты как раз подвел разговор, может быть, к заключительной важной теме, которой я непременно хотел бы коснуться. Потому что, смотри, есть ведь, согласись, может быть, что-то общее. Вот какой-то перезвон есть между вот этой историей с маршем Муссолини на Рим, с
попыткой организовать такой же марш из Мюнхена на Берлин, сначала совершив переворот в Мюнхене, и истории про неудавшийся марш Пригожина на Москву. Вот, допустим, представим себе, что что-то случится с Путиным. Представим себе, в конце концов, наконец, что прав генерал СВР там, или профессор Соловей, и Путин умер. И мы имеем дело там с каким-то чудовищным конспирологическим заговором, когда вместо настоящего президента показывают ненастоящего двойника, на него очень сильно похожего, которым руководит якобы Николай Патрушев. Но вот представим себе, что что-то там затрещало по швам, развалилось. Вынуждена будет Россия вывести войска из Украины, освободить оккупированные территории, потерять Крым, начать платить репарации. Вот вчера на встрече в Токио министры иностранных дел семерки заявили, что размороженные активы не вернем до тех пор, пока Россия не начнет компенсировать и не компенсирует все нанесенные, весь нанесенный Украине ущерб. И вот представь себе, новый пивной путч по версии 2.0 может совершить какой-то новый ефрейтор. Да. Вышедший на свободу отпущенный политический заключенный Стрелков или какой-нибудь там ефрейтор. Иван Петрович Иванов новый. На фронте. Да, 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 да. Я кровь проливал из этой категории. А Россия униженная, ей приходится выплачивать гигантские репарации. Это не к тому, чтобы не платить репарации. Я не за это ратую. Я за то, чтобы, если события пойдут по какому-то такому сценарию, Запад должен помнить, к чему может привести сохранившийся вот этот яд неонацизма, неофашизма в государстве, которое потерпело неудачу. Абсолютно верно. И ты знаешь, я вот, наверное, действительно очень, может быть, неприятная и грустная возможность, но возможность поставить точку, а может быть, даже скорее знак вопроса на будущее всем нам. Буквально в начале широкомасштабного вторжения прошлогоднего, где-то, мне кажется, через неделю, может, через две, очень скоро, после 24 февраля, известный российский политолог, комментатор Александр Морозов, он живет и работает в Праге сейчас, в Карловом университете. Да, часто бывает у меня в гостях на этом канале. Вот, его тем более знает. Вот он, по-моему, это он, так сказать, я вот люблю, чтобы копирайт всегда был даже во всем, что касается каких-то постов в соцсетях. Кажется, он сказал, если это не он, то я прошу прощения, тот человек, который сказал. Но мне кажется, это был он. Он написал, вы знаете, вот мы сейчас все сравниваем, значит, Россию с Веймарской республикой, а Путина там с Гитлером, и вот мы думаем, что речь идет о каком-то сравнении идут вот такие. А представим себе, что мы не в 30-е ни в какие годы. Писал, вот уверен, почти уверен, что был Морозов. Представим себе, что Путин это не Гитлер. Представим себе, что Путин это кайзер. А Гитлер еще только впереди. И вот эта мысль, надо сказать, Евгений, мне с того самого, по-моему, это был в марте прошлого года. Вот уже полтора года, больше, чем полтора года, не дает покоя. Может быть, к сожалению, может быть, так и будет. И я знаю, что история не повторяется, это же такая модель, но я все время думаю, а вдруг в каком-то смысле, пусть даже приблизительном, Морозов оказался прав. Согласен с тобой. И спасибо большое, Константин, за этот разговор. Спасибо всем, кто нас смотрел. Пожалуйста, ставьте лайки. Ставьте. Обязательно задавайте вопросы. Пишите комментарии. Давайте ждем. Вот, подписывайтесь на этот канал. И как только появится канал
наконец, я надеюсь, что это свершится в ближайшее время, у Константина Эгерта, тогда и на канал Константина Эгерта тоже непременно будете у меня подписываться. Договорились? Договорились. Спасибо, Жень. Спасибо, Константин. Всего доброго всем, кто нас смотрел. До новой встречи. Счастливо.